Представители Общероссийского народного фронта в Якутии обсудили итоги работы за год. Конференция регионального отделения прошла на днях в столице республики. Помимо итогов, участники сформулировали новые общественные предложения по эффективному исполнению майских указов и других поручений президента страны по повышению качества жизни граждан. Во время заседания также провели традиционную ротацию состава. Работу конференции организовали на 5 тематических площадках. Руководитель каждой из групп лично представил свои наработки. Их озвучат на Всероссийском форуме, который состоит 22 ноября в Москве. Обязательно нужно озвучить на форуме ОНФ. Это внесение в 44-й закон, федеральный закон о госзакупках. В качестве ответственности руководителя и участия общественности именно в обсуждении данных закупок. Пример насчет общественности. Это закупки Ильтумена. Общественность была крайне против этих закупок на, имеется в виду, дорогостоящие автомобильные техники. Но, в конце концов, у единственного заказчика это было приобретено.